Готовы? Поехали! У-у-у, прыжок, отлично. Даже сальто, ребятки, сделали. Отлично, ребятки, мы перелетели это ущелье. А перед просмотром этого видео не забудь подписаться на мой канал, а также поставить лайк этому видео. И чтобы не пропустить мои видео, нажми на колокольчик, а также прокомментируй, пожалуйста. Приятного тебе просмотра. Всем приветики, дорогие друзья, с вами, как всегда, Юра, вы на игровом каналчике Вечное Детство, круто, ребятки, все круто, и сегодня мы будем играть Hot Wheels Race Off. Так, ребятки, ну что ж, я хочу вам сказать, что мы с вами уже дошли довольно-таки далеко и берем машину-паук, ребята, вы только посмотрите на эту злую машину, сейчас посмотрим, как она себя, в принципе, ребятки, ведет на дороге. Так, ребятки, ну что ж, поехали! Друн-друн, ого, тихо, малыш, разогнался. Довольно-таки, ребятки, сильный двигатель у этого автомобиля, вы только посмотрите. Ого, смотрите, какое сальто. Давай, она длинная, ребята, из-за этого ей тяжело некоторые трюки выполнять. Из-за того, что этот автомобиль довольно-таки длинный, видите, ему тяжело крутить сальто. Так, тихонечко, аккуратненько. Ого, вы видели, какое, ребятки, было ущелье, куда можно было упасть. Но мы, ребятки, с вами этого не сделали, естественно, и едем дальше. Так, ну что ж, ребятки, поехали. Потихонечку, ребятки, мы едем вперед. О, паучок. Воу, ребята, вот это скорость. Вот это, я понимаю, настоящая скорость. Ребята, тихо. Давай, ребята. Ой, вы только посмотрите, кто там. Фух, ребята, мы проехали вот эти адские качели, потому что это было довольно-таки очень серьезно. Так, ребятки, ну что ж, 37 уровень у нас, ребятки, открывается. И это просто круто. Так, ребяточки, а я вам хочу напомнить, что нам еще осталось пройти 4 уровня для того, чтобы открыть грузовые автомобили. Вы просто себе можете представить? Так, ну что ж, поехали, ребятки, на паучке дальше попробуем. Потом возьмем машину-акулу, ребята. Так, тихонечко. Тихо, поехали. Так, вот лифт, ребята, надо ждать. Ждем. Открывай ворота, поехали. Стой. А то задавит нас сейчас тут. Газу. Так, тихо. Ждем. Поехал. Ох, какие кочки, ребята, вы только посмотрите. Но ничего, автомобиль хоть и длинный, но двигатель у него довольно-таки сильный, ребятки. Из-за этого нам надо, ребяточки, с вами поехать. Ох, трамплин. Воу, ребята, хух, наконец-то наш спайдер-паучок перелетел. Вот это автомобиль, вот это, я понимаю, точило. Так, погнали дальше, ребятки. Так, тихо. А вон паук, ребята, стоял возле двигателя. Вы видели? И вот второй. Ого. Что это такое? Что это за горки такие? Воу, финиш. Отлично, ребяточки. И мы прошли с вами и открыли 38 уровень. Мы переходим на 38 уровень. Давайте возьмем паучка, а потом уже возьмем на 2 остальные. Возьмем акулу. Посмотрим, на что способна, ребятки, акула. Воу, ребята, посмотрите, какие круги я наматываю. Такого не было ни за одну историю, ни за одной, ребятки, трассы. Ничего, скоро я, ребятки, открою грузовики. Вот там вот мы, ребятки, с вами подзабавимся. Вот там будет реально прикольно уже. Воу, давай. Поехал. По кочкам. Тихонечко. Ага. Здесь ворота. Так, ворота, открывайтесь. Отлично, ворота открылись. Продолжаем дальше. Можно было там ворота и не ставить. Я перескочил, у нас автомобиль довольно-таки мощный. И мне эти ворота нипочем, ребяточки. Так, поехали. Собираем наши суперские монетки. Так, ждем этого молоточка, пока он доедет в эту сторону. Вот так вот проезжаем. Ребята, ой-ой-ой-ой-ой-ой. Немножко я неправильно, ребятки, поступил, но ничего, сейчас мы эту ситуацию исправим. Опять взорвался, но ничего, сейчас мы эту ситуацию, ребятки, исправим быстренько.
Я просто там приторможу, да и все. Теперь я буду знать, что мне надо именно там делать, ребята. Так, погнали, погнали. Ну, это мы уже все видели, да, да. Все это нам уже показывали. Тут мы уже проходили все это. Давай, газуй, газуй. А где, интересно, кабина для пилота? То есть, где я сижу? А, все, я понял, вон она. А то я думаю, где же мотор на пол машины занимает? Я думаю, где же пилот мой? Давай, газу, 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 малыш. Так, ну что ж, открываем ворота. И погнали. Поехали, отлично, отлично, отлично. Все просто отлично, не надо никогда жаловаться, ребятки. Все идет просто суперски. Так, ну что ж у нас здесь, ребят? А здесь у нас следующее. Здесь у нас опять я... Ребята, как я мог два раза так облажаться? Скажите мне, я специально ехал туда, чтобы пройти это и не прошел. Ну ничего, сейчас я буду уже более бдительнее, более умнее, ребятки. И думаю, что я не попадусь на эту уловку от этих злых, ребятки, моих врагов, которые понаставляли, ребяточки, здесь кучу разных препятствий для меня. И таким образом я смогу, ребяточки, проехать этот уровень. Воу, вот это да. Вот это круто в действительности. Так, тихо, тихо, тихо. Так, куда же нам ехать? Давай, давай, давай. Отлично. Поехали. Круто. Так, 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 так. Тихонечко, тихонечко. Погнали, 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 малыш. Давай, 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 давай. Так, ну что ж, мы приехали, ребятки, сюда. Здесь надо нам притормаживать. Все, ребята. Наконец-то мы с вами сделали это. Just do it. Просто сделай это. И все. И проблем как и не бывало. Ой-ой-ой-ой-ой. Вы видели там эти взрывоопасные трубы, ребята. Вот это да, круто, ребятки, круто. И мы прошли этот уровень. Так, мы открыли 39 уровень. И это просто замечательно. Ну что ж, давайте возьмем машину акулу, ребята. Shark Bite называется она. И посмотрим, на что она способна. Ого, ребята. У него пол этот, передний привод, что ли. Вы видели, как он стартовал этот Shark Bite, ребята. Вы только посмотрите. Ого, вот это там мощь. Вот это Sharkbite дает, ребятки. Вы только посмотрите, какой он маневренный. Какие он сальто делает. Вот это он дает, ребятки. Ого, давай, Sharkbite. Поехал, поехал. Ого, ребята, вот это скорость. Я такой скорости еще не видел, ребятки. Вот это акула молодец. Так, тихо, тихо, тихо. Еще, ребятки, такой прикол, когда она на монеты попадает, она их типа хавает. Смотрите. Видите? А, ням-ням-ням-ням-ням-ням. Так. Давайте все-таки доедем, наверное, нею. До финиша. Потому что здесь непонятно, что творится. Ого! Ого! Вот это мост! Вот это длинный мост, ребята! Вы видели, с какой скоростью мы его перелетели? Это просто было, ребятки, незабываемо. Вот это в натуре серьезно было. Это только, наверное, Sharkbite такое сможет сделать. А вот, ребята, посмотрите. Ракета на старте. Пошел. Воу. А чего я долетел-то? Давайте долетим. О, вот это уже другое дело. Вот это я уже понимаю, так сказать, прыжок. Так, погнали, 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 Sharkbite. Ты молодец, ты умница. Ускорение вперед. Давай, машина акула. Я в тебя верю. Поехали. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Давай сальтуху. И теперь, теперь, теперь. Стой, 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 стой. И теперь давай, 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 малыш. Еще совсем, оказывается, немножко осталось нам. И нам осталось Sharkbite доехать совсем чуть-чутку. Так что не переживай. Так, и мы уже откроем, ребятки, грузовики с вами. Так, отличненько. Давай, Sharkbite, осталось совсем немножко. Воу. Давай, 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 давай. Ну, здесь можно было бы, конечно же, не так сильно газовать, потому что здесь такая вот
ямочка. Так, теперь ждем здесь, смотрим, что у нас тут. Погнали. Воу, круто. Отлично, ребята. Так, стой, 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 потому что здесь... Смотрите, какой подъем. Давайте как-то потихонечку будем выезжать, что ли, на него. Потому что по-другому никак. Так, ну что ж, скоро, я думаю, будет финиш уже, ребятки. Вот это да, ребята, Sharkbite. Маша, там был... О, сейчас будет трамплин, ребята, огромный. Готовы? Поехали! Оу, прыжок, отлично. Даже сальто, ребятки, сделали. Отлично, ребятки, мы перелетели это ущелье. И продолжаем наш путь, так сказать, акулы дальше. Так, ну что ж, здесь у нас... А что здесь у нас? Здесь у нас, как всегда, два. А здесь у нас две штуки, ребятки, которые... Три! Четыре! Пять, ребята! Шесть! Отлично, ребятки! И мы прошли этот уровень, и это просто круто! Честно говоря, ребятки, я думал, что на последнем мы, ребяточки, взорвемся. Так, ну что ж, ребяточки, у нас открылись... Посмотрите, где. У нас на западе открылись, ребятки, последний уровень. Последний уровень у нас, ребяточки, это грузовики. Давайте, собственно, посмотрим. Так, ребятки, ну что ж, посмотрите, какие у нас здесь грузовики. У нас есть такие, такие, такие и вот такие, ребяточки. Так, ну что ж, а на грузовиках, ребяточки, мы уже с вами будем ездить в следующем эпизоде. Так что, ребяточки, подписывайтесь на мой канал, поставьте пальчик вверх. А с вами был, как всегда, Юра, ребятки. Вы были на канале Вечное Детство. Пока-пока.